Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, все окей. Просто показалось, да. Хороший вопрос. О, блин, капец, как туго. Ой, мы. Я вижу, я вижу. Направо, направо, да. Воу. Почему мы падаем куда-то вниз? Да, прям настолько. Ну давай. А. Жух. Я не знаю, где у нас курс. Как по мне, мы просто уже в дрифте все это время находимся. Блин, уже 3000 километров. 40. Да. Очень близко. И ни одного пирата. Астероиды, что-то я смотрю, успевают, да? Да, маленький камушек просто к херам все. Я ушел. Еле-еле, но ушел. Блин, резко Space Engineer превратился в аркадный такой этот. Телефонный такой. Да. Не, ну вообще-то она прям чувствует, что немножко. Да, я вижу, я вижу, я вижу. Давай, 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 давай. Нет, нет. Воу, воу, воу. Воу. Положил. Корабль улетел. Чувак, мы на скорости 2000. Нет! Миллиметрах. Чувак, ты его просто не догонишь. Ты понимаешь то, что ты движешься на 2000 километров в секунду? Блин, я прям на камни падаю. Вау, я тоже сейчас в миллиметре пролетел. Вау, нет, 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 нет. Он, понимаешь, прям сквозь корабль пролетел. Да, я тебя вижу. Куда тебе там полетело? Я не могу остановиться. 2500 метров в секунду. Вечное падение в космосе. Я не знаю, как мне тогда. Может попытаться тебя варпом поймать? Что? Ладно, попытаюсь меня поймать. А, точно. Я это повернусь на 180 и попытаюсь ускориться. Я уже это сделал. Я уже это, блин, сделал. Ты бы видел, как я сейчас эпично увернулся с альтушкой. Прям в миллиметрах. Две пятьсот. Две шестьсот. Ну, если округлять, то 2600. Я не ускоряюсь, я наоборот торможу. Я жму в твою сторону, у меня 200-400. Ладно, не жму. А, я тебя вижу. Это вообще трындец. Вот именно это охренеть. Причем выживание, а не в творческом. Посложнее будет. Ну давай, лови. Весь прикол в том, что у нас весь ангар просто к херам разлетелся.
Да, это было эпично. Давай, давай, давай. Вот именно, это трындец. Я заскринил, как мы делаем стыковку на скорости 2500 метров в секунду. Мать твою. Как же это, блин, жестко. Блин, это выглядит как будто такая маленькая пипет. Нормально, нормально, она прям рядом проходит. Сейчас у нее там колечко. Блин, а вот это вот было близко. Юшки, давай. Вжух, вжух. Блин, такое ощущение, как будто Титаник тонет. Я вижу. Я уворачиваюсь. Вжух. Догонишь? Ты вроде меня обгоняешь. О, там, кажись, корабль был. Да, они все-таки спавнятся. Нет. Там был рыжий корабль. Такое не перепутаешь, это точно не астероид. Тогда мне тоже будет нужно будет делать разворот на 180. В смысле? А, ты хочешь затормозить? Чё, уже нервы не сдают? Я думал, мы до 5000 разгонимся. А потом откатимся на сейф. Да, блин, жестко. Ну тогда начнем другую кампанию. Можно было бы попробовать это Солнечную систему, чтобы с учетом планетами. Ёптыть! Hello, motherfucker, hello! Hello, motherfucker, hello! Вот это было неожиданно. Просто... Ты понимаешь, насколько это было резко? Чувак, ты посмотри, как меня крутит! Ты бы видел, как меня крутит. У меня скорость 1000 метров в секунду без движков. А у меня 1000, я еще кручусь где-то. Я тоже не знаю, где я. Я еле держусь, и у меня почему-то зеленый огонь. Почему у меня зеленый огонь? О, я сдох. Ладно, откатываемся. Было жестко. В принципе, можем попробовать начать Солнечную систему. У меня кабина тоже цела. Но у меня это весь зад разбит. То есть все движки, которые были, они просто к херам. Блин, ну как он резко появился такой, hello, motherfucker, hello. Там, блин, это было очень эпично. Типа, знаешь, как будто все это время были в гиперпрыжке таком, и тут привет. Причем самый такой здоровый нашелся. Маленький камушек, больше, чем корабль.